На прием к главе города жители приходят, когда другие инстанции остаются глухи к их проблемам и уже больше некуда обратиться за помощью. Так было и в этот раз. Ольга Донская, жительница поселка Заветного, попросила у градоначальника помощи в газификации домовладения. Технические условия у нее на руках, но вот вести газопровод придется далеко, а следовательно, затратно. Соседи готовы поддержать Ольгу Сергеевну, но для этого им необходимо знать точную сумму затрат. Андрей Харченко посоветовал объединиться с жителями соседней улицы, которые, как выяснилось, также заинтересованы в подведении газопровода, и это значительно снизит расходы. Надо составить протоколы на две улицы и написать заявление на изготовление проектной документации. Они дают расчет, потом еще раз собираемся. Прием граждан длился около 3 часов, и за это время глава Армавира пообщался с 18 горожанами. Большинство вопросов было решено на месте, а те немногие, что потребуют времени, взяты на контроль. Марина Белова, Евгений Холманских, служба информации канала РЕН-ТВ «Армавир».